Представляем стартовый состав команд. Сборная Азербайджана. The line-up of the team Azerbaijan. Номер 12, number 12, Tolga Shahin. Номер 5, number 5, Ренат Агадердиев. Номер 7, number 7, Махир Мадамов. Номер 8, number 8, Эмин Заманов. Номер 10, number 10, Эльнур Джафаров. Номер 14, number 14, Юсиф Набиев. Номер 18, number 18, Эльбин Саркаров. Номер 20, number 20, Роман Гусейнов. Номер 21, number 21, Илькин Садыгов. Номер 23, number 23, Элькю Улуханов. Номер 27, number 27, Бахмул Мустафа Зате, капитан команды. Главный тренер команды, head coach Николай Адам. Стартовый состав сборной Республики Корея. The lineup of the team of Korea Republic. Номер 1, number 1, Сон Пам Кын. Номер 3, number 3, Фу Чан Ян. Номер 4, number 4, Ким Мину. Номер 5, number 5, Ким Сок Цин. Номер 6, number 6, Кам Джи Вук. Номер 8, number 8, Лим Мин Хёк. Номер 9, number 9, Хан Чан И. Номер 11, number 11, Ким Дэй Вон. Номер 13, number 13, Чой Ир Джин. Номер 16, number 16, Ли Джин Йон. Номер 17, number 17, Ли Дон Джин, капитан команды. Главный тренер команды, head coach Ан Иксу. Матч обслуживает судейская бригада в составе главный судья матча. Referee of the match. Геннадий Аношин. Помощники, assistant referees Илья Иванов и Александр Родионов.
Дэшавил Ким Мину, номер 4, Республика Корея. The goal was scored by Ким Мину, number 4, Корея Республика. Thank you.
Уважаемые болельщики, во дворце спортивных игр «Зенит» завершился матч между сборными командами Казахстана и Эстонии. Со счетом 5-2 победила сборная Эстонии. Thank you.
Корея. Вместо Ву Чаньяна номер 3 на поле вышел Шин Чанву номер 14. Substitution in team of Korea Republic. Шин Чанву номер 14 goes for Ву Чаньян номер 3. Замена сборной Азербайджана. Вместо Эльмина Санкарова, номер 18, на поле выходит Шахман Джабраил, номер 9. Substitution in team of Azerbaijan. Шахман Джабраил, number 9, goes for Эльмин Санкаров, number 18. Thank you.
времени первая тайма добавлена 1 минута. Initial time 1 minute. Thank you.
Второй тайм матча Азербайджан-Республика Корея. Счет 1-0. Впереди сборная Республика Корея. The second half of the game Azerbaijan-Republic Korea. Current score 1-0. Team Republic Korea leads. Замена сборной Азербайджана. Вместо Эльгюна Улуханова, номер 23, играет Сертан Ташкын, номер 2. Substitution in team of Azerbaijan. Сертан Ташкын, number 2, goes for Эльгюн Улуханов, number 23. Уважаемые болельщики, в эти минуты в дворце спортивных игр «Зенит» проходит матч между сборной командой Москвы и второй сборной России. В эти минуты счет 1-0 в пользу сборной Москвы.
Сабил Кан Чжу, номер 6, Республика Корея. The goal was scored by Kang Ji-woon, number 6, Korea Republic. Замена в сборной Республики Корея. Вместо Ли Дон Джиньона, номер 16, на поле вышел Пак Хан Бин, номер 12. Вместо Ким Дэйвона, номер 11, на поле выходит На Чинзу, номер 7. Substitutions in team of Korea Republic. Пак Хан Бин, номер 12, goes for Ли Чжин Йон, номер 16. На Чинзу, номер 7, goes for Ким Дэйвон, номер 11. Замена сборной Азербайджана. Вместо Экина Садыева, номер 21, на поле выходит Алибай Мамадли, номер 6. Substitution in team of Azerbaijan. Алибай Мамадли, номер 6, goes for Экин Садыгов, номер 21. Thank you.
Замена сборной Азербайджана. Вместо Рената Агавердиева, номер 5, на поле вышел Эмиддин Мамадов, номер 3. Substitution in team of Azerbaijan. Эмиддин Мамадов, number 3, goes for Ренат Агавердиев, number 5. Уважаемые болельщики, во дворце спортивных игр «Зенит» изменился счет в матче между второй сборной России и сборной Москвы. 1-1, ничья. Thank you.
Замена в сборной Республики Корея. Вместо Ли Донжина, номер 17, на поле выходит Хвон Ки Пью, номер 2. Substitution in team of Korea Republic. Хвон Ки Пью, number 2, goes for Ли Донжин, number 17. Мяч забил Лим Мин Хёк, номер 8, Республика Корея. The goal was scored by Лим Мин Хёк, номер 8, Корея Республик. Thank you.
номер 11. Substitution in team of Azerbaijan, Umar Akhmurzaev, номер 11, goes for Ego Jafarov, номер 10. Замена сборной Республики Корея. Вместо Кан Джи Вуна, номер 6, на поле вышел Хан Мун Со, номер 10. Substitution in team of Korea Republic. Han Bong So, number 10, goes for Kang Jung-woon, number 6. Замена в сборной Азербайджана. Вместо Махира Манатова, номер 7, на поле выходит Фарид Каримзаде, номер 17. Substitution in team of Azerbaijan. Фарид Каримзаде, number 17, goes for Махир Манатов, number 7.
Дальше добавлено 2 минуты. Additional time 2 minutes. Замена сборной Республики Корея. Вместо Чхой Кунджина, номер 13, на поле выходит Пён Суку, номер 15. Substitution in team of Korea Republic. Пён Суку, number 15, goes for Чхой Кунджин, number 13. Матч окончен. Счет 3-0. Победа сборной Республики Корея. The match is over. The final score is 3-0. Team Korea Republic wins.
Представляем стартовый состав команд. Сборная Азербайджана. The lineup of the team Azerbaijan. Номер 12. Number 12. Толга Шахин. Номер 5. Number 5. Ренат Агадердиев. Номер 7. Number 7. Махир Мадатов. Номер 8. Number 8. Эмин Заманов. Номер 10. Number 10. Эльнур Джафаров. Номер 14. Number 14. Юсиф Набиев. Номер 18. Number 18. Эльбин Саркаров. Номер 20. Number 20. Роман Хусейнов. Номер 21. Number 21. Илькин Садыгов. Номер 23. Number 23. Элькю Улуханов. Номер 27. Number 27. Бахлу Мустафа Заде, капитан команды. Главный тренер команды, head coach Николай Адам. Стартовый состав сборной Республики Корея. The lineup of the team of Korea Republic. Номер 1, number 1, Сон Пам Кын. Номер 3, number 3, Фу Чан Ян. Номер 4, number 4, Ким Мину. Номер 5, number 5, Ким Сок Цин. Номер 6, number 6, Кам Джи Вун. Номер 8, number 8, Ли Мин Хёк. Номер 9, number 9, Хан Чан И. Номер 11, number 11, Ким Дэй Вон. Номер 13, number 13, Чой Ир Джин. Номер 16, number 16, Ли Джин Йон. Номер 17, number 17, Ли Дон Джин, капитан команды. Главный тренер команды, head coach Ан Ик Су. Матч обслуживает судейская бригада в составе главный судья матча. Referee of the match. Геннадий Аношин. Помощники, assistant referees Илья Иванов и Александр Родионов.
Савил Ким Мину, номер 4, Республика Корея. The goal was scored by Ким Мину, number 4, Корея Республика. Thank you.
Уважаемые болельщики, в 20 спортивных игр «Зенит» завершился матч между сборными командами Казахстана и Эстонии. Со счетом 5-2 победила сборная.